Кипяток всем пассажирам. 10 человек получили травмы от горячей воды и ударов о салон после попадания самолета в сильнейшую турбулентность. Лайнер летел с Балкан в швейцарский Базель. Инцидент на камеру мобильного телефона заснял один из пассажиров. ЧП произошло за 20 минут до посадки самолета. В этот момент проводницы разносили напитки. В результате одного из толчков стюардесса сильно ударилась головой о багажную полку. К счастью, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения. На борту был 121 пассажир.